30 августа ко дню Конституции в населенном пункте Асар прошло праздничное мероприятие. Праздник собрал жителей из 27 населенных пунктов Абайского района. Среди них были маленькие жители, родители, молодежь и аксакалы района. В населенном пункте Асар праздничный концерт, посвященный Дню Конституции, прошел 31 августа в Центральном парке. Здесь жителей района с праздником поздравляют талантливые звезды и артисты третьего мегаполиса. В мероприятии приняли участие маленькие жители, родители, молодежь и аксакалы района. Они поздравили горожан с праздником. Поздравляю всех жителей с Днем Конституции. Давайте вместе внесем вклад в укрепление и процветание нашего независимого Казахстана. Помимо концерта, в районе проходило множество различных мероприятий, посвященных Дню Конституции. В том числе прошло награждение лучших сотрудников полиции благотворительными письмами. Такие концерты не просто дарят хорошее настроение, но и поднимают патриотический дух. В очередной раз напоминают нам о важности единства и сплоченности. Поздравляю всех с Днем Конституции. В декабре 2022 года территория Абайского района была увеличена. Акимат продолжает ежегодно организовывать специальные мероприятия в праздничные дни.